добрый день, дорогие друзья! Мы вновь рады приветствовать всех в нашем большом концертном зале. Совершенно быстро пролетели 9 дней нашей летней творческой школы. Казалось бы, вот, недавно мы все знакомились на этой сцене. Ребята показывали свои произведения мастерам. Мастера обучали. И вот он, финальный день, день закрытия летней творческой школы. Мы уверены, что только самые лучшие воспоминания, дорогие мои, в первую очередь у вас, конечно, участники ЛТШ, у наших уважаемых мастеров, у педагогов, у всех участников этого творческого процесса останутся самые лучшие воспоминания. Дорогие друзья, я приглашаю к микрофону исполняющего обязанности директора Приморского краевого колледжа искусств Светлану Михайловну Нагибину. Дорогие друзья, мне хочется выразить нашу с вами совместную радость, что этот проект состоялся. Это действительно очень большой праздник для нас. Это проект, который состоялся благодаря поддержке администрации Приморского края, Департамента культуры Приморского края. Подобные проекты проходят у нас ежегодно, и для нас, как для творческих людей, они совершенно необходимы, как воздух, потому что ничто не может заменить для творческого человека общение с такими же творческими людьми. Мы с вами объективно живем на краю земли, с одной стороны суша, а с другой океан. И мы, не считая себя провинциальным районом, мы тем не менее находимся, мягко говоря, в некой, что ли, изоляции. И общение с людьми, которые приезжают к нам из центра, дает, мне хочется верить, очень сильный толчок для наших талантливых детей, для того, чтобы они еще больше погрузились в музыку. Может быть, кто-то по итогам этого проекта окончательно решит стать профессиональным музыкантом. На это и нацелены все наши действия. Также мне очень хочется верить, что наши замечательные мастера тоже чем-то подзарядились от нас, узнали много нового, увидели наш прекрасный город, пролетели над нашим замечательным краем и со своей стороны поделились с нами тем новым, что происходит в центре, то, что нам совершенно необходимо. И очень хочется надеяться на наше дальнейшее сотрудничество. Я хочу сказать, что подготовка такого проекта для организаторов сопряжена с огромным количеством тревог, сложностей, рисков, которые не видны на первый взгляд. Вот. И то, что это наконец состоялось, это для нас большая победа и для вас. Я хочу поблагодарить также детей, наших замечательных, талантливых детей, их замечательных родителей и преподавателей, которые вместо того, чтобы тратить каникулы как положено, отдыхать, опустив ноги в морскую воду, интенсивно трудились все эти дни, потому что все, кто хоть раз пытался извлечь хоть один звук, знают, что музыка — это действительно большой труд. И все интенсивно трудились все эти дни. Все большие молодцы. Всем большое уважение. Огромное спасибо нашим мастерам. Я приглашаю на нашу сцену главного специалиста, эксперта Департамента культуры Приморского края Кузину Викторию Николаевну. Здравствуйте, уважаемые друзья! От имени Департамента культуры Приморского края я вас поздравляю с окончанием летней творческой школы. Ура! Я думаю, что ребята получили очень много нового, интересного, познакомились друг с другом, у них появились новые друзья. И, конечно же, они стали на ступенечку выше, и сегодня мы с удовольствием посмотрим на их замечательные произведения и как они, чему они научились. Большое спасибо педагогам, которые приехали к нам с другого края нашей любимой большой родины. Мы очень надеемся, что
Это не последние встречи, а эти встречи будут ежегодными. Большое спасибо родителям, педагогам, большое спасибо Приморскому краевому колледжу искусств. Ну и с удовольствием будем смотреть на ваши результаты. Спасибо. Дорогие участники летней творческой школы, приготовьте шквал аплодисментов. Я приглашаю на нашу концертную сцену наших мастеров. Солистка Музыкального государственного академического театра имени Станиславского и Немировича Данченко, приглашенная солистка Государственного академического Большого театра России, солистка Московской государственной филармонии, заслуженная артистка Российской Федерации Галина Ростиславовна Бойко. Лауреат российских и международных конкурсов, «Золотая флейта России», артист фирмы «Паол» США, преподаватель Московского флейтового центра Сточинская Ирина Владимировна. Профессор кафедры духовых и ударных инструментов Российской академии музыки имени Гнесиных Владислав Валерьевич Вальс. Уважаемые мастера, несколько слов. Дорогие друзья, сегодня для меня очень радостный, с одной стороны, день, а с другой стороны, очень грустный, потому что это последний день, когда я вместе с вами. Для меня это были счастливые 9 дней. 9 дней с моими единомышленниками, я считаю, потому что это все люди, которые любят музыку, посвящают ей свою жизнь. И я была счастлива общаться со всеми с вами. Я благодарна, конечно, прежде всего организаторам, которые смогли это все организовать, блестящим педагогам, которые воспитали и воспитывают, и тратят огромные силы, здоровье и темперамент, талант для того, чтобы воспитывать своих прекрасных детей. И очень благодарна вам, дорогие дети, и уже подрастающие, тут не только дети, уже и юноши, и девушки. Большая вам благодарность за ваш талант, за ваше усердие и за ваши труды. Я очень надеюсь, что сегодня все будет хорошо. Спасибо вам. Я думаю, что мы будем продолжать вот такой небольшой монолог друг друга, и потому что я абсолютно разделяю, поддерживаю все слова, которые произнесла Галина Ростиславовна. И хочу поблагодарить мою группу флейтистов за терпение, за любовь к флейте. И пожелать красивого звука нам всем. Хочу поблагодарить Департамент культуры, администрацию колледжа за то, что за приглашение. Вот, также хочу поблагодарить всех педагогов, которые мне помогали все эти дни. Вот, все были, можно сказать, мои ассистенты. Вам, дети, большое спасибо, потому что вы дети хорошие, много занимались, вот, мотивированные. Вот, своей цели мы достигли, вот, выучили много нового, какие-то новые вещи. И самое главное, все мотивированы и открылись новые горизонты практически у всех. Да что практически у всех. Так что желаю вам удачи. И надеюсь встречаться с вами еще и еще, потому что здесь хорошо. Благодарственное письмо позвольте вручить. Уважаемый Владислав Валерьевич, искренне выражаем благодарность за проведение мастер-классов в рамках летней творческой школы для одаренных детей Приморского края 2018. Ваша профессиональная работа помогла детскому инструментальному проекту стать интереснее и привлекательнее для детей и педагогов Приморского края. Желаем вам успехов в профессиональной деятельности, крепкого здоровья и творческой энергии. И памятная футболка, как у всех участников летней творческой школы, на память.
благодарственным письмом, подписанным директором колледжа Владимиром Алексеевичем Перекрестом. Конечно, мы награждаем и Ирину Владимировну Сточинскую футболкой, в том числе. Галина Ростиславовна, примите от нас благодарственное письмо с самыми теплыми словами. Спасибо большое. Ну что ж, и долгожданный концерт. На сцене мастера. Джоаккино Россини, Тарантелла. Галина Бойко, концертмейстер Елена Никифорова. Мастера вернулись. Партия флейты Ирина Сточинская. Как Лин.
эпитафия Джей Харлоу. Трио в составе: флейта Ирина Сточинская, саксофон Владислав Вальс, фортепиано Екатерина Рогозина. Юрий Корнаков. Токката для флейты соло. На сцене Ирина Сточинская.
Малинелли, танго-клуб из цикла «Картины Нью-Йорка» исполняет Владислав Вальс. Thank you.
Партия фортепиано Екатерина Рогозина. На сцене Владислав Вальс. Чуть-чуть рояль отодвину. Тёме скажи. Я под ваши аплодисменты приглашаю на сцену всех участников номинации «Сольное пение». Дорогие дети, на нашу замечательную сцену. Настало время вручить свидетельство участника летней творческой школы за подписью мастера. Галина Ростиславовна, мы просим вас подняться на сцену для церемонии вручения. Свидетельство участника летней творческой школы «Вверх по ступеням мастерства» по направлению «Сольное пение» вручается Еворской Марии. Шигиной Арине. Шатило Екатерине. Усовой Лии, Трукшиной Мире, на сцену выходит Сухоцкая Диана, Синюшина Вероника, Самарина Екатерина. Нелина Работа. Пушанкина Полина. Прокопчук Алиса. Полтавская Александра. Филипчук Мария. Никифорова Софья. Мерцалова Елизавета. Ляпин Иван. Липатникова Екатерина. Курочкина Екатерина. Кедрова Елизавета. Иващенко Ульяна. Иванова Ксения. Залиская Полина. Жаткина Анастасия.
Еремина Кира. Выгозова Вероника. Борисова Елена. Вместе со свидетельствами Галина Ростиславовна вручила диски с записью с концертных выступлений. Еще раз аплодисменты всем участникам и нашему замечательному мастеру Галине Ростиславне Бойко. Общее фото, можно мастера в центр. Девчата поближе. Кто пониже ростиком, встаньте, пожалуйста, перед теми, кто повыше. Памятное фото случилось. Спасибо большое. Можете занимать свои законные почетные места в нашем концертном зале. Дорогие друзья, ну и... Конечно, сейчас за их дыхание, особенно родители, видимо, все сопереживающие. Мы рады пригласить на нашу сцену наших детей, участников летней творческой школы, концертные номера которых вошли в состав гала-концерта. Русская народная песня «По синичкам Дуняшенька гуляла» исполняет Арина Шигина, концертмейстер Елена Лушникова. Русская народная песня в обработке Гартвельда «Ванечка, приходи» исполняет Нелина Работа, концертмейстер Татьяна Онищенко.
сонечко, приходи же ко мне вечерком. Темно станет, ко мне пробирайся тайком. Ты в окошко постучи, никого ты не буди. Сама творю, да и поведу. Ванечка, приходи же ко мне вечерком. Темно станет, ко мне пробирайся тайком. Принеси, да гостинца захвати, будем пировать, да и поболтать. Ванечка, приходи же ко мне вечерком. Темно станет, ко мне пробирайся. Дорогомышский, Ванька, Танька, вокальный дуэт в составе Александра Полтавская и Екатерина Липатникова, концертмейстер Елена Лушникова. Музыка «Пергамента», слова Сергеевой. «Тятьку с мамкой не боюсь» исполняет Ульяна Иващенко, концертмейстер Татьяна Онищенко. Хоть куда?
Русская народная песня «Как на дубе». Вокальное трио в составе: Анастасия Жаткина, Полина Залиская, Елизавета Мерцалова. Дорогие друзья, я приглашаю на сцену всех ребят-участников номинации «Флейта». Под ваши аплодисменты, разумеется, бурные! Красивые, счастливые, довольные. И я на нашу сцену приглашаю мастера для вручения свидетельств Ирину Сточинскую. Свидетельство участника летней творческой школы «Вверх по ступеням мастерства» по направлению исполнительское мастерство «Флейта» вручается Давыдовой Василисе. Ковригиной Марии, Кузьмину Кристиану, Мефит Софии, Митрофановой Светлане, Мищенко Катерине, Саковской Дарье, Соколовой Софии,
Сущенковой Милене. Кеченову Матвею. Чутенко Елизавете. Шабуниной Екатерине. Юрочкиной Милене. Пока общее фото с мастером. Я приглашаю на нашу сцену для вручения удостоверений о повышении квалификации в рамках ЛТШ педагогам-ассистентам, которые в течение всей летней творческой школы работали с детьми, помогали нашим мастерам. Татьяна Михайловна Бубнова. Ирина Коваленко. Шульга Эльвира. Мы обязательно передадим этот документ. Общее фото с мастером удалось и со всеми педагогами. Можете вернуться на свои места в концертном зале. Ну и, разумеется, артисты. Номинации «Сольное исполнительство флейта» покажет свое мастерство. Гендель, «Адажио» из «Соната номер 2». Ансамбль «Флейт» в составе София Соколова, Елизавета Чутенко, Милена Сущенкова, Василиса Давыдова, солистка Светлана Митрофанова. Юрий Чичков, вокалист, исполняет Кристиан Кузьмин, концертмейстер Эльвира Шульга.
Джерри Херман «Hello, Dolly» исполняет Милена Юрочкина, концертмейстер Эльвира Шульга. Клод Боллинг, «Барок энд Блу», исполняет Василиса Давыдова, концертмейстер Анастасия Гончар.
Ян Кларки, «Солнечные потоки». Исполняет ансамбль «Флейт», солистка Мария Ковригина. Thank you.
Дорогие друзья, я приглашаю опять-таки под ваши бурные аплодисменты ребят, которые прошли летнюю творческую школу, номинация «Саксофон». На сцене Владислав Вальс. Свидетельство участника летней творческой школы «Вверх» по ступеням мастерства по направлению исполнительское мастерство саксофон вручаем Чеботарь Татьяне, Хигай Владиславу, Склемину Захару, Латоновой Екатерине. Пак Никите. Недошивкину Борису. Мальцевой Полине. Климчуку Даниилу. Калчеву Даниилу. Илюхину Вадиму, Игонькину Архипу, Еремееву Максиму, Дзюба Кириллу, Горковченко Герману, Яровенко Валерии, удостоверение о повышении квалификации в рамках мастер-класса ассистентом мастера Орловой Марии. Лопатину Алексею. Рогозиной Екатерине. Владислав Валерьевич, пожалуйста, в центр для общего фото. Ребята, а вы поближе. Спасибо, дорогие друзья. Владислав Валерьевич, спасибо. Вы можете занять свои законные места. Дети дорогие, любите сцену, я понимаю. Вы можете за сцену выйти, за кулисы. Ну и, разумеется, блок саксофонистов. Ребята тоже подготовили для гала-концерта свои номера под чутким руководством мастера. Калинкович. Концертное танго. Исполняет Платонова Екатерина. Концертмейстер Екатерина Рогозина. Thank you.
Машковский, испанский танец. Исполняет дуэт в составе Калчев Даниил, Яровенко Валерия, концертмейстер Екатерина Рогозина. Уно Найсоо, «Твои глаза», исполняет Борис Недошивкин, концертмейстер Екатерина Рогозина. Thank you.
Humans, «Чай вдвоем», исполняет дуэт саксофонов Борис Недошивкин и Екатерина Платонова. Концертмейстер Екатерина Рогозина. Джоплин, The Easy Winners, исполняет большой ансамбль саксофонистов. Концертмейстер бессменная Екатерина Рогозина. Дирижер Владислав Вальс. Thank you.
Дорогие друзья, у нас еще есть ряд удостоверений. Большую работу хочу вам сказать по организации летней творческой школы взял на себя Владимир Иванович Синенко. И я прошу, Галина Ростиславовна, вас выйти на эту сцену, чтобы вручить удостоверение о повышении квалификации педагогам-ассистентам, которые не только занимались с детьми, но и решали многие организационные вопросы. Ваши аплодисменты Владимиру Ивановичу Синенко! Шалиной Ларисе Александровне! И концертмейстеру Лушниковой Елене. Не вижу ее в зале. Обязательно. Вон она идет. Спасибо, Галина Ростиславовна. Хотела бы сказать всему залу, что для Галины Ростиславовны сейчас будет сюрприз, поскольку хоровой ансамбль солистов летней творческой школы подготовил за эти несколько дней произведение Ростислава Бойко, вашего отца. Итак, Ростислав Бойко, слова Сергея Есенина, «Утро». Исполняет хоровой ансамбль солистов летней творческой школы. Дирижер Галина Потопяк. Дорогие друзья, все мы жители Приморского края, Владивосток – его столица. И вчера, как всем известно, город Владивосток отмечал свой очередной день рождения, 158-ю годовщину. И эту песню «Как нельзя», кстати, сейчас исполнит наш ансамбль солистов «Ко дню города». Музыка Александра Зацепина, слова Михаила Плецковского «Ты слышишь море». Часто мне важно, как тебе любить.
Дирижер Галина Потопяк, концертмейстер Елена Никифорова. Еще с одной замечательной песней познакомились ребята на нашей летней творческой школе. Это песня, которую написал Владимир Иванович Синенко. Слова Савелия Уриха «В мире музыки живем». У рояля автор. Дорогие друзья, время летит неумолимо, всему на самом деле приходит свой срок. И в финале нашей с вами очень теплой, вместе с тем торжественной встречи мы хотели бы все вместе, всем залом, всеми участниками летней творческой школы исполнить гимн летней творческой школы. Слова и музыка Юрия Богданова. На сцене участники летней творческой школы «Вверх по ступеням мастерства 2018».
вся земля, о которой мы мечтали с юных лет, где дыхание Марии зарождает новый день и встречает берег первый свой рассвет. Там, где летнюю порой кружат чайки над волной, мы собрались, чтобы лучше стать чуть-чуть. Дорогие друзья, мы не говорим вам до свидания, мы говорим до новых встреч!